Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхерц, и это у нас Remnant from the Ashes. Сейчас мы с вами пойдем в режим выживания на апокалипсисе. Все как мы любим, все как мы не умеем. Ну а перед самым началом просмотра я бы хотел порекомендовать вам канал Хершафт. У автора максимально ответственный подход к делу. На канале можно найти подробные гайды по играм, например, Borderlands 3, Cyberpunk и Remnant, а также развлекательный контент в виде стримов. Давайте поддержим мужчину, ссылка будет в описании. В лучших, как говорится, традициях. Так, я в 2К пишу, я вот немножко не уверен, надеюсь, что да. Что потом у меня будут проблемы с монтажом. Нам бы этого, знаете ли, не очень-то хотелось. Давайте попробуем какой-нибудь билд собрать. Можем на скорострельность. Так, пустота, это хороший сет. Лучевая, блин, ну такое себе. А так, спину ближний бой. Угу. Вот это, кстати, найс. Я бы, наверное, даже купил. Не знаю зачем, но купил бы. Давайте возьмем, пригодится. И папухи теперь мы можем взять. Я, наверное, Томпсон возьму. Потому что его я хотя бы немножко люблю. И, в принципе, за 150 мы можем взять... Кость или... на нагрудник не хватит. Хватит. Кого я обманываю? Сейчас только продажу найду где. Давайте все эти скинем. Раз, два, три, сюда. Не знаю, давайте тогда на автоматическую броню. У меня, конечно, скорострельность теперь ужасно просядет. Ну, куда деваться? Таков, как говорится, путь. Ну, давайте зиму, как всегда, или Корсус. Ого. Это что-то новенькое. Ну, если будет совсем плохо, давайте, наверное, пока у меня нет модификатора, я нафиг сниму кольцо. Это будет гораздо профитнее. Так, присаживаться на альт. Кто это придумал? Куда меня занесло? Явно не я. Блин, 80 патронов по обойме, только подумайте. И перезарядка длиною в 3 года. Ну, за все, как говорится, надо платить. Кто-то очень уверенно кричит. Неужели лута не будет? Я просто не хочу в это верить. Ну да, лута нет. Надо снова привыкать к тому, что нифига нету стамина. Можно? Нельзя. Ну, было бы, наверное, слишком хорошо. Слишком хорошо у нас не будет. Так, кто-то рычит, дядя, не рычи. Оно того, как говорится, не стоит. Не знаю, что-то мне прям хочется все ответвления посмотреть. Но я же полагаю, что тут ничего не будет. Выглядит как секретный... А зачем это место? Ну, я тут могу в бамбуке спрятаться, и чё? Бездарное разветвление. Да, по 4 дамага вдаль такое себе. Откуда взялся? Еще и сзади прибежали, ты смотри. Джонни, они наверху. Или не наверху. В общем, они везде. Везде-везде. Но я думаю, мы справимся. Дамаг от падения получать не хотим. Вот-вот рычит, где спереди, сзади, фиг поймешь. Мастер воротов, блин. Но локация все еще стоит признать весьма красивая. Поменьше бы начального разброса, то мигану, это было бы оружие для чемпионов. Пока что это оружие как раз для меня. О, новый шлем сюда. Вижу чьи-то ноги. Ты ну брось. Еще ногами запинал. Почему бы, как говорится, и нет?
Вроде бы выглядит весьма безопасно. Двустволка? Не, я, наверное, томиган остану. Оставлю. Пистолет-пулемет может быть и прикольно, но не в этот раз. Пока не буду лечиться, скоро будет левелап. Он меня должен будет полечить. Я же кого-то точно слышал. До конца непонятно где. Выглядит как переход дальше. Главное в каске, но в трусах. Классика. Забавный еще уровень локации. Очень хорошо коррелирует с уровнем... Получается, моей прокачки. По-моему, телепортатор босс. Я его не люблю. Но попробуем. Блин, да чего же красивые локации? Ну серьезно, прям. Прямо таки радует глаз. Меч, меч, конечно, хорошо. Лучше бы пуху. Ш, какой шустрый. Я очень надеюсь, что там ты был один. Ого, на фулл сет. Костяной брони идем. Выглядит как подарок судьбы. А их там два, нифига себе. Забавно. Даже пять или сколько? Ну, четыре так точно. Человека-челопука. Главное не переставать стрелять, чтобы не терять точность. Главный принцип томигана. А остальное приложится. Дамага нет, но вы держитесь. Плохо, что сундуки не открываются. Шляпа сектанта хорошо, но у нас модификаторов нет. Причем нет от слова «аще». Обычно сундуки стоят, но не в этот раз. Жаль. Балансовый кабель это всегда... Кабель, камень это всегда приятно. Пригодится. Так, ну и полагаю, все. Я, наверное, возьму шар от электрического дамага. Снайперка, конечно, прикольная, но пользоваться ею я не буду, это уж точно. И не, как говорится, просите. Ну да, это тот самый босс, которого я не очень-то люблю. Попробовал скипнуть локации. Не, все еще нельзя. Ну, попробуем залить его просто из томигана. Глядишь, что-нибудь получится. Я нажимал. Мужик, у меня огромный плюс, у меня огромная обойма. Не хотелось бы хвастаться, но она реально не маленькая. Вот летающие могут мне поднасрать, поэтому не хотелось бы.
Ой, я забыл, что бабахает. Тут ты смотри, душит черти. Ага, ломара. Подходи, как говорится, да не подходи. Мана. Плохо вернулся, плохо, но повезло. Ты смотри, я думал, он уже все. Текает сила, он все еще хочет быкануть на меня. Мужик, тебе бы уходить пора. Ну блин, почти. Забавно. Тупо задамажил. Неплохо. Нелегко было. Неплохо. А я не могу поверить, что мои уши все еще терпят этот вой. Ну ничего, как-то справляемся. Я забыл, где выход, не поверите. Не, в целом неплохой бой. Довольно стильно, уверенно. И в виде награды мы получаем что? Взрыватель. Ну, мне он сейчас бесполезен, но мало ли что будет дальше. Кто же его знает? Надо сейчас какие-нибудь штанцы найти. Ну и модификаторов побольше. Потому что жетон переноса, как по мне, фигня. Охотника я, наверное, возьму, потому что броня нам нужна. Перекаты жирные, по-моему. Вы знаете, я возьму. Силка в этой игре не ошибка. Интервал уклонения. И такое себе. Я просто буду копить тогда. Поехали дальше. Кольцо на скорость заполнения модификаторов можно было бы взять. Но я не уверен, что это имеет какой-то смысл. Так что будем пытаться превозмогать именно так. Не так уж и далеко он летит. Буду фармить опыт немножко. Это забавно, кстати. О, слушайте, я этим поджигать могу. Вот это, кстати, круто уже. Об этом я как-то не подумал. Тогда неплохие комбинации можно мутить. Босса можно будет нехило дамажить. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А как уж оно будет на самом деле, кто же его знает? Я ее ваншотнул этим модификатором? Так у меня есть неплохой шанс босса убить быстро. Тогда копим его. Осталось только, знаете ли, дойти до босса. Это зачастую самое сложное. Просто у нее хп было мало. Только и всего. Такой бам хильнулся, перезарядился и дальше танкуешь, дамажишь. Да просто пофигу. Просто стоишь и впитываешь. Возможно, самые банальные модификаторы самые мощные. Да, все еще ваншот. Нет, почти. Но она бы догорела в любом случае. Так что считаю это успехом. Забавно, даже с одной обоймой пистолета можно ее уработать. Когда, блин, такое было? Где-то еще элитник, но я думаю, мы просто вперед убежим и все. И будем таковы. Блин, локация меня уже отгоняет. Мух услышал, ну фиг с ней. Там еще и сундук.
Думаю, мы уже до следующей локации как-нибудь доковыляем. А дальше уже будем думать. Нелегко было. Блин, а это босс язва, наверное, будет. Не, ну у этой шансов не было просто ни капельки. Ни капелюшечки. Очень долгая локация до босса, но куда деваться? Немного патронов. Главное не зайти в комнату, где будет муха сидеть. Старейшины, я не помню, что они дают, но вряд ли что-то полезное. Останусь при своих ботинках охотника. Тупо коленки ему прострелил. Шлем пустоты вы знаете? Еще чуть-чуть, если дальше пройдем, я, наверное, его надену. Он очень хорошо дефенс бустанет. Тут еще, да. Только хотел сказать, часто еще одна бывает. Так оно и было. Слушайте, я уже даже генерацию запоминаю. Что за дела? Почему вот подбор не работает? Ну, через одно место работает. Типа не надо так. Да, модификатор на лечение вообще 3 дня заполняется. Грустно. Грустно. Фантастическое останавливающее действие. Места. Да все хватает. Нужно просто лучше скомпоновать. Места хватит и еще останется. Думал, передамажу. Но как-то не вышло. По-моему, он выжил. Да. Не показалось. Какие-то они эльфы. Визуально мне кажется. Немножко заблудился, куда мне идти. Думаю, сейчас разберемся. Блин, у нее такой мерзкий голос, некуда класть. Каждый раз, когда слышу, хочется с ней не согласиться. Сундук краем глаза увидел, офигеть. Ой-ой. Какой-то не самый приятный мужчина заспавнился. Просто взорвали его. Блин, я все равно дамаг получил. Ну, в принципе. Пойдет и так, так, нам вон туда. Очень легко заблудиться. Очень неприятная в этом плане локация. Но другой у нас, к сожалению, нет. Не хватает места. Так, нам бы уже выходить на босса. Было бы неплохо. Не хватает места. Ходишь из угла, заглядываешь, как бы кто ни напал. Так, можно мне красный осколочек сюда? Я его потом потрачу на новый скин. Или не потрачу. Или не я, но там, по идее, уже босс. Да. Так, ну что ж, попробуем. Попробуем. О, блин, я думал, будет язва. Это ликеро-водочных дел мастер. Не люблю его.
Мне снова пуху поменяли. Надо быстро к нему подойти, сблизиться, бахнуть его поджогом. Да неплохой дамаг, кстати. Упс. Так, главное коррозию не поймать, остальное все фигня. Могу хильнуться, в принципе. Я думаю, я их перехилю. Да не факт. Больно бьет. Мана первая есть. Давай второго сейчас бахну. По звукам он где-то здесь. Какого фига эта штука еще и дамажить начала? Не дамажила же раньше. Плохое место. Поливаю их огнем, подавляю на подавление. Ну, в общем-то, мы приплыли, мой красивый. Он догорит, главное замансить. Ну и красиво. Не сказать, что безупречная победа, но это победа. Причем довольно стильно. Теперь наш персонаж немножко говной воняет, но это уже мелочи. Когда-нибудь кристалл активируется, но не точно. Так, 5000, можно купить хпшку и что-нибудь еще. Может быть, попробуем поставить рекорд? Ничего не буду брать, че по пухам. Честно, мне моя сейчас больше нравится. Хотя, если у меня останутся деньги, я куплю. Ну, ради интереса. С уникальным оружием все прикольнее. Не буду брать. Не, не буду такое брать. Хотя, с другой стороны, давайте попробуем. Чисто ради эксперимента. Я не знаю, насколько это профитно будет. У меня в два раза меньше хп. Если я там первую плюху ловлю, мы посмотрим. Этим мы как бы все нивелируем быстренько. Давайте разок куплю эту уникальную пуху. Никогда с ней не бегал на этом режиме. Вдруг она хороша будет. Заодно и узнаем. А, и что еще хочу посмотреть? Да, в принципе, на сердечко не хватит, по-моему, так что пойдем сразу в бой. Перемещение, мы готовы. Че, зима, как всегда? Нет, ты глянь, два раза корсус, надо ж так. Ну, данный ствол приятнее, что он гораздо быстрее, скорострельнее и точнее. Так что, может, и неплохо. А, нельзя снимать, я вспомнил. Зарядку нельзя снимать. И вы знаете, это очень неплохо дамажит. Как минимум супер динамично. Некуда класть. Да и вроде шнур нормально ограничивает. Справилась. В целом прикольно. Главная перезарядка очень быстрая. В наших реалиях это весьма важно.
Авантюристские поножи, конечно, хорошо. Но я думаю, мы их пользовать не будем. Просто как Крис отыхав спину. Даже дальних противников бьет. Довольно неплохой заменитель Томпсона. В плане скорострельности. Как говорится, успевай только целиться. Неплохо. Бронебойный забор, мой любимый. Так, хилимся пока неплохо. И убегаем нафиг. Вижу переход на следующую локейшн. Могу с фул хп киля схиляться? Да, могу. Что у меня по загрузу? Вроде зеленая, нормально должен перекатываться. Просто какой-то гузный перекат, знаете ли. И я такое не люблю. Дойти бы до босса посмотреть, насколько больше у нас дамага. Нелегко было. А, так сейчас мировой босс. Подождите, а кто это? Неужели Иксилиса? Лол, второй раз в жизни Иксилисы заспавнились, прикиньте. Ну я их явно не одолею. Жесть, никогда такого не было, и вот опять. Ну, поехали. Блин, я забыл. Эй, дядя, не бей. Об этом я и говорил, то, что Иксилисов я не умею, не знаю, но пользоваться этим кольцом я больше не буду никогда. Я просто думал, 15% снижения урона достаточно неплохо, но мы поняли, что плохо. Так, пользоваться этим я больше не буду, знать об этом я теперь буду. Ну что ж, интересный опыт. Надеюсь, было интересно и познавательно. Буду рад вашим комментариям, одобрительным, неодобрительным, лайкам и дизлайкам. Ну и всем, понятное дело, всего хорошего, счастья, здоровья. Чтобы все у всех всегда было хорошо. Давайте сыграем в игру. Если у нас попадается дискомет, мы молодцы. Мы не молодцы, ну не повезло. Ну всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.